Друзья, всем привет, всем доброго утра. Пока двигаюсь по ужасной пробке Гастелло, заодно посмотрим, сколько пройдет времени, хотел бы поговорить на такую тему, как квартира за миллион. Это кидалово или реально существуют такие объекты? Для тех, кто давно смотрит наш канал, обзоры по недвижимости в Сочи и в Адлере, те, конечно же, прекрасно знают, что квартира за миллион это, так сказать, это не миф, это реальность, но это начальный этап строительства, как минимум. А многие эксперты считают, что такого быть не может, и это кидаловские стройки, вы возьмете долгострой, который по факту не достроится там, ну и куча всяких страстей, да, наговорят. Но по факту я вам, знаете, что хочу сказать? Лично мое мнение и мнение как эксперта по Адлеру, к примеру, да, по недвижимости, были такие у нас предложения от миллиона рублей. Например, жилой комплекс «Рассвет», который, в принципе, нормально, активно строится. Никаких проблем особых там сейчас нету. Вот. Но по факту, понимаете, когда мы думаем, сколько же квадратных метров будет квартира, то надо понимать, что начальный этап строительства и цена его начинается от 50 тысяч за квадратный метр. То есть квартира за миллион, она будет в пределах 20 квадратных метров. То есть это маленькая студия, на которой еле-еле можно установить там, я не знаю, какой-то мини-кухонный гарнитур или вообще какая-то стойка такая, что на которой будет все в одном месте, и стол, и какая-то мини-плита, микроволновка и так далее. То есть маленькая комната. Чаще всего такую квартиру покупают для отдыха, не для жизни. Я понимаю, что 20 квадратных метров, многие говорят, у меня зал больше там, кто-то подшучивает, у меня у собаки вольер больше и так далее, да. Но все равно те, кто хотят купить квартиру за миллион, должны понимать, что это будет стройка на начальном этапе от 50 тысяч за квадратный метр. Поэтому, когда люди говорят о том, что и какие-то, может быть, эксперты, о том, что квартира за миллион – это миф, то, понимаете, тут больше зависит от квадратуры застройщика, который предлагает. То есть цена 50 тысяч за квадратный метр на этапе строительства, она существует. Просто не все застройщики делают маленькие площади, как 18 квадратов, 20 квадратов. Они больше делают там 23-25 квадратов. Ну, это вот минимум там начинается, 24 какие-то, да? То есть редкий случай, когда есть площади по 20 квадратов. Поэтому получается так, что если квартиры за миллион не существует, то есть это кидалово, то квартира с 25, допустим, квадратами по той же самой цене, по 50 тысяч за квадрат, вполне себе может быть. То есть это вот логика такая, понимаете, эксперта. Следите за видео, когда я говорю о том, что есть маленькая площадь, есть квартиры от 1 100 000, от 1 200 000, 300 000, 400 000. Они, естественно, будут дорожать. Если у вас только есть миллион, а вы, конечно же, мечтаете приобрести квартиру, пусть даже на этапе строительства, но вам не хватает денег, допустим, там 200 тысяч, то, конечно же, можно поговорить с застройщиком о рассрочке. Но сразу вам говорю, на полгода, на 3 месяца вам не дадут рассрочку. Почему? Потому что такие квартиры в основном быстро скупаются на начальном этапе инвесторами. То есть, кто такие инвестора? Это не те люди, которые играют там на биржах, да, это люди, которые имеют доход, ну, наличные какие-то, да, которые они могут быстро вложить. То есть, это и сами риэлторы,
также вкладывают, как и я, в принципе, как бы я не исключение, потому что, конечно же, мы больше разбираемся в рынке, мы знаем, кому можно доверить, а на какую стройку можно особо не ориентироваться. Поэтому, конечно же, специалисты в первую очередь имеют шанс купить по выгодной цене. И на начальном этапе открытия продаж, то есть вы открылись продажи, я вам показываю шахматку, к примеру, а там уже несколько квартир нету. А как их нет? Потому что это вот залезли сразу инвестора, которые, допустим, либо знают застройщика, либо он уже с кем-то расплатился этими квартирами и так далее. То есть имейте в виду, что подобные квартиры, они, конечно же, есть, но надо понимать, что не всегда есть именно 20 квадратных метров. Недавнем времени я осветил жилой комплекс «Бастион», который располагается вверх курортного городка. Многие посмотрели этот обзор. Действительно, это первый объект застройщика. Квартира от 1 100 000, по-моему, тысяч рублей по 48 тысяч за квадратный метр. Вот. И сейчас вот пришла информация, что на 10 тысяч за квадратный метр поднялась цена. То есть вот опять мы, в принципе, боимся вкладывать деньги на начальном этапе. Рассуждаем, что вот как с жилым комплексом «Рассвет» получилось, да? Когда я анонсировал старт продаж и говорил, ребят, на все три этажа одинаковая цена. Все бу-бу-бу, бу-бу-бу, вот еще ничего не видно. Зачем вы такое рекламируете? Там еще дом не снесен и так далее. А теперь там как горячие пирожки все раскуплено. Потому что застройщик сразу позиционировал маленькие площади. То есть он, ну, как бы логистика у него такая. Я, конечно же, не сторонник переезжать в такие дома, где очень много квартир. То есть сам дом клубного типа, а нарезано по 20, там, 25 квадратных метров, да. Но, тем не менее, понимаете, эта ликвидность все равно повышает. То есть, в любом случае, такие квартиры, они будут в постоянном спросе. Поэтому также какие-то акционные предложения для вас снимаю, как вот в жилом комплексе «Сапфир» было, по 55 тысяч за квадратный метр. Стояли 4 этажа. Акция длилась 3 дня. То есть, можно было купить на любом этаже даже, любую квартиру, площади с видом туда, куда вам понравилось бы. Но как-то тоже вяло отреагировали. Быстро застройщик поднял цену, и опять вернулась цена прежней. Поэтому, конечно же, такие бывают моменты. Я уже говорил, что такое акция, выпускал это видео. Но хотел бы именно поговорить о квартире за 1 000 000. Естественно, конечно же, будет куча обсуждений по поводу того, что вот тебе Сочи, в курятнике купите 20 каких-то квадратных метров. Ну, конечно же, найдутся люди, которые будут недовольны, понимаете? Конечно же, мы все привыкли, что у квартиры за 1 000 000 должна быть полноценная однокомнатная квартира, там, с балконами и так далее. Но, понимаете, это может быть где-то в средней полосе, это может быть где-то в небольшом городе, подальше от каких-то мегаполисов, и, может быть, такие цены и существуют, но мы все-таки находимся в Сочи, и это изюминка России, это самый теплый климат побережья, поэтому надо понимать, что здесь не только, как многие говорят, аппетиты застройщиков большие, но и дорогая земля, дорого все это узаконить и провести, подвести коммуникации. Попробуйте сами, если вы считаете, что вы переплачиваете деньги за квадратный метр, постройте самостоятельно свой дом и, пожалуйста, посмотрите, во сколько вам это чего обойдется. В общем, не буду растягивать резину, вы меня прекрасно поняли, о чем я говорю, и посмотрите заодно ужасную пробку на Гастелло, которые все кричат, что там пробка неимоверная. То есть мы двигаемся, заодно как бы я и для вас снял это видео. Вот, и оставляйте свой комментарий, что вы думаете по поводу квартиры за 1 000 000. Может быть, у кого-то уже тоже опыт был покупки такой квартиры. Может быть, кто-то столкнулся с чем-то. Я буду рад услышать любой комментарий. Все, пока всем, друзья.